Да в чем дело? Это никому не повредит. Хуй нахуй, похуй, хули, хуюшки, хуя. Доуги! Салют, любители старых добрых игр. Продолжаем, и я надеюсь, заканчиваем игру Астерикс и Сила Богов. Астерикс and the Power of the Gods. С вами Old Fashion. Предыдущая серия изрядно меня подутомила. Я прям конкретно там устал. У меня целая стадия заняла очень много времени и вышла на одну серию. Но зато там получилось нарезать много всяких неудачных моментов. Поэтому, если ты еще не смотрел, посмотри обязательно ссылку. Я не буду никуда кидать. Поэтому просто посмотри в плейлисте. Вот, мы сгоняли в лагерь Британиум, поговорили с толстым дядечкой Крокусом Борусом, узнали, где прячется щит. И он сказал, что он в дворце Цезаря в Риме. И вот, собственно, перед нами дорога в Рим. Там вот из пикселей, да-да, показывают, из пикселей, короче, какая-то тележка с лошадью. Пойдем проверим, что там. Дождь кончился. Так, что делаем? А! Стой, бей, блядь, бей! Это что за, блядь, римская авиация? Ты кто такой? Иди отсюда! Ты что тебе надо? Сука! Сейчас бить будет. Как дам тебе в торец? А, сука, он мне тоже дал в торец. А я могу его, вот так? Блять, надо было раньше это сделать. Так, что-то подобрали. Тут опять римская авиация. Оп, и все хорошо. А жизни-то не осталось. Пожалуйста, пожалуйста. Убей меня, дядечка! Что делаем? Фу, это конец. Ой, хорошо. Коротенький уровень такой, но, в принципе, ничего. Если бы зелья не было, было бы очень тяжело. Кстати, после Британиума я решил подвосстановить вот там здоровье. И на здоровье уже все проеб. Количество жизни, континью. Потому что я не знал, сколько до конца, и до сих пор не знаю, но я полагаю, что вот это уже финал. Потому что это римский дворец, там щит. Если мы забираем щит, значит, мы прошли игру, судя по, как нам обещали в начале. И вот мы, собственно, в Италии, в Риме, подобрали сундук. Восстановилось полное здоровье. Это очень радует. Вот, собственно, поехали в Рим за морпехами. А вот, собственно, и наш морпеховец. Наталья, морская пехота. Вдох-выдох, упал, отжался. Если, говорит, я начну стрелять, я отстрелю у тебя то, что ниже пояса. Вот, собственно, он и попал. Так, хватит шуточек. Все, говорит, ты уволен. Кстати, говорит, ты уволен. Кстати, пошел нахуй. Я недавно просто относительно пересматривал, где-то наткнулся. Так, что у нас здесь? Запрыгни. Зелье, неплохо. Недавно пересматривал, наткнулся в одной передаче, типа, что про разговор был про, собственно, вот этот видеомем. Выкинул серп. Нормально. Это сам себе, короче, накосячил. Есть такая фразочка, говорит, спиздил хуй, чтобы в жопе спрятать, блядь. Так. Это... А, это летучие мыши, смотри. Бля. Ух ты, ух ты, ух ты. Я не знал. Это чё? Баночка варенья, кекс, мед. Вот звезда. Подобрал какие-то ягоды. Для чего это все? Непонятно. Видимо, я должен был выиграть супер игру. Крысы какие-то. Мышь, 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 ебаная. Бля, ты крыса. А крыса, бля. Да ну их нахуй, короче.
Так, он с ним не беседует. Кстати, что у него с лицом? Где у него рот? Это вот это под носом складка? Или вот под где подбородок складка? Я вот это понять не могу. И что с тобой делать? Уплыл, смотри-ка. Так, есть подозрение, что плыть надо на нем. Так, мыши, пошли нахер отсюда. Оп. Нормально. В целом ничего. Мыши ебаные. Так, сейчас было бы неплохо здоровье, потому что вот этих крыс, я не понимаю, их, видимо, нельзя бить. Они еще как-то, это, по странной тактике двигаются. Так, надо как-то... Подожди, а вон есть старина наш плывет. Я думал, все, в воду упадешь, ну как в стадии с Гальским лесом, там, и все, и ты помер. А тут нам... Да ёб твою мать! Это не уровень, это какой-то пиздец. Че, мы так же надолго, как в предыдущей вот этой, блядь, куда показать, в предыдущей серии, в зимней, как я ее ненавижу, этих кабанов ебучих. Вообще, я просто столько времени потратил, ты не представляешь. Так, пойдем потихонечку. А как от них это, избавиться? А, кстати, рычаг надо было дергать или нет? Я вот этого, блядь, не понял. Так, иди отсюда, блядь, жирный, ты мне не нравишься. Так, ну давай запрыгнем на дядечку. Так проще, чем вот по вот этой херне путешествовать. Так, на эту запрыгивать не стоит. Так, а мыши убьются с серпом. А он выкинул серп, нет? Выкинул, видимо, только я не увидел, как. Там еще лучник. О, можно убивать мышь, только сложно как-то. Да и хуй с ней. Блять. Ну, лети сюда. Их как-то странно надо бить, прям заранее надо удар наносить, потому что, видимо, они очень быстрые. Так, тут у нас ничего нет. Ничего не выбивается. Нет. Там рычаг какой-то. Ладно, пойдем смотреть, что у нас там дальше, что мы сделали, что мы открыли. Давай мыши дадим пизды. Ага, мышь скорее нам пизды даст. Все, вот так. Мышь можно серпом убить. Запрыгивай. Это мы где-то это в шипы, блядь, ударился. Так, а это что за хер? Римский панк какой-то купается. Смотри, волосы зеленые. Или это у него листики на голове? Ну, больше на волосы зеленые, похоже. Так. Я так понимаю, когда он погружается в воду, мы, собственно, об эту воду и коцаемся. Ну, вроде да. Еще будет? Будет, естественно, блядь. Еще будет! Да ёб твою мать! Сколько можно? Да, опять ты. Мы на чертовом кружились колесе. Колесе, нахуй. Нормально. Живем. Так. Блять. Мышь летучая, вот я не понял, как их с первого раза, точнее, как только она спускается, чтобы сразу убить. Вот так. Блять, не вот так. Нихуя она туда-сюда летает, пиздюлей дает. Так, и зачем сюда? А, это понятно, вот зачем. Всегда надо проверять в сеговских играх, куда, блядь, вниз идти, потому что это вечно какая-то... Та хуйня! Здоровья-то нет, а чекпоинт только там, в самом вот, где вот эти носатенькие, толстенькие дядечки. Хм.
Так, давай пока не будем торопиться, сгоняем сюда. Сука! Ой, сука! Ой, сука! Смерть, блять, сходил. Зато рычаг, знаю, что теперь там есть. Ой, только пиздовать-то путь-то не близкий. Нахуя! Так, давай, по Шурику, короче. Не задерживаемся. Быстро бежим. Флажок. Дергай флаг, блядь. Дядечки пиздюлей. Блядь. Вот это, короче, по Шурику я, да? Прям вообще. Так, а дядечка проплывет. Я хочу на нем пойти. Нет, смотри, хочу. Надо, значит, как-то на платформу. Давай вдогонку ей. Опа, получилось, это хорошо. Блять, ни в одну мышь не попало. При съемках этой серии ни одна мышь, блять, не пострадала. А вот летучие сейчас пострадают. Завис сундук. Я, видимо, от него далеко отошел, ему стало страшно. На всякий случай, просто мышей не люблю. Да, блядь. Сука, самоубийца, блядь. Оп, молодец. А чё молодец, блядь? Так, всплыл, прыгаем. Утонул, всплывает. Вообще. Просто шедеврально. Так, кувшин. Еще один. И еще один. Все. Все легко. Чертово колесо. Что сейчас было, блядь? Страшная какая-то хуйня творится тут. Хоп-хоп, лей, ла-ла-лей. Да ебаный в рот. Тут мыши летучие. Да что там, что, блядь, взрывается, разрывается. Давай. Нормально. Так, тут сейчас... Что там, блядь? Это, может, кувшины там летят еще за троила? Пойдем отсюда. Оп, серп взяли. А зачем мы серп взяли? Непонятно. Так, ну тут рычаг. Так, давай вот так. Оп, оп. Слушай, ну неплохо получилось, неплохо. Я подсфотел, честно, маленечко. Даже выпить захотелось, ладно, сейчас. У меня, кстати, голос чуть-чуть, сука, гнусавый. Подпростыл я сейчас. Там, смотри, еще одна мышь. Сейчас кто-то умрет. Но мне уже лучше. Если в чё. Поэтому можно позволить себе винишко бахнуть. Так, давай, смотри. Смотри, как можно сделать. Сейчас лайфхак покажу. Мыши. В смысле, а вторая мышь что, не полетит? Сука. Да ебать в рот. Лайфхак вот такой. Обосыщься сюда. Сейчас. Крысы ебаные, блядь, эти еще. Так, ну тут я вроде понял, как. Да, понял. Понял, короче, и все. Блядь, одну мышь задевает. В смысле, меня мышь сейчас не задела? Смотри-ка, что. Лучник там стоял, что-то, блядь, сращивал вечность. А я вечно сращивал, как, блядь, убить эту летучую мышь. Так, надо быстро. Не тянуть, уже закончить с этой игрой прекрасной. Нет, игра... Блядь. Игра действительно прекрасная. Но просто... Я что-то с ней сильно подзавис.
Я еще говорю, просто один уровень проходить, блядь, больше двух часов. Ну, у меня что-то вообще там все не с руки. Да не то, что не с руки, я просто... Тупой, потому что я просто... Так. Оп, смотри, блин, думал трехочковый. Пошли, 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 Астерикс, давай. Дуем, Астерикс. Дуй. Так, мышка летучая, сюда иди. Ну иди, не бойся. Я сам боюсь. И ты иди. Хорошо. Умеючи, играючи. Я думал, это все, счастливый конец. Хорошо жизни подкопил, ага, перед тем, как вам тут показываться. А то это вообще пиздос. Блять, иди отсюда. Как от этих мышей проскочить, я не понимаю. Крысы, блять. А можно было просто вот так перепрыгнуть и вообще и в ус не дуть. А серп где, блять, скотина? Пиздец. Так, мышам. Тихо. А, тут летучая мышь. Сука. Это, блядь, было сейчас вообще так эпично. Можно было так обосраться просто, знаешь, вот прям... с жижкой, с подливкой. Простите за подробности, конечно. Но правда, реально, я сейчас мог такого наделать. Так, подожди, панк... Римский панк, погоди, не ныряй. А почему у него волосы зеленые? Модно было, блядь, или что? Или... В чем прикол? Смотри, у него еще пупочек наружу торчит, такая отвратительная вообще. Не в обиду людям с таким пупком. Просто ошметки кувшина долетели, непонятно откуда они взялись. Так. Прям сейчас вообще можно было тоже опять накосячить неплохо. Она еще причем раздает так это, ну типа, ты еще вроде мигаешь, ой, простите, ты еще вроде мигаешь, а она это, обратно летит и тебе уже опять пиздячек дает. Хорошо, надо было как-то на летучих мышей это придумать. Так, давай, оп, блять, обломал, смотри, камешек. Ну, сейчас здоровье потратим по-любому, потому что не допрыгнем. Так, дергаем. Так, смотри, надо будет сейчас, получается, вот тут прыгнуть, вправо уйти, потому что там рычаг. Так, они же летают там. Ну, повезло, что я проскочил. Ой, так, а куда же мы идем дальше? Это что? Это охуительно огромный сундук. Так волнительно его разбивать. Похоже, попахивает концом, потому что там должно быть что-то ценное. Очень дорогое. Ура! Астерикс, ты доволен?
Я вот доволен. Все, это как раз не очень коротенькая серия, между прочим, получилась. Но обрезать я ее не буду, потому что она короткая, собственно, можно и до конца досмотреть. Сейчас все почитаем, что там будет. Я надеюсь, что это конец. А что он? Щит надо взять, что ли? Та-да-да-да-да-да-да-дан-тан-тан. А, еще... Подожди, что, еще не все? Че, еще что-то будет, блядь? Я же все, я щит подобрал. А. Цезарь был очень разочарован, когда вместо трофейного щита обнаружил в сундуке протухшую рыбу. Но это уже совсем другая история. Вот зачем нам нужна была протухшая рыба, которую мы забрали в самом начале в гальской деревне. Цезарь очень раздосован, собственно. Забудь, что я сказал, какую-то хуйню сморозил. Так, что надо нажать? Все? А, старт надо было нажать. В конце многих фильмов герои спасают девушку, но в нашем случае герои спасли волшебный щит. Соседи, ебаный в рот. Сверлят там что-то. А Цезарю осталось только рвать на себе волосы. Его, блядь, поливает. Смотри-ка, чё, блядь. Вот, сука. Самый прикол-то в чем, что выходные дни вроде как нельзя сверлить, пилить и делать ремонтные работы. Но, да бог с ними, да прибудет с вами полное здравие и быстрый ремонт. Так. Ну и все. Вот и наши, собственно, галы празднуют. И как обычно, после удачных походов, галы всей деревни радовались возвращению наших героев и возможности напиться вина. Собственно, поддерживаю вас, товарищи галы. Мы очень вместе хорошо поработали. И с тобой тоже, мой друг. Спасибо, что смотрел до конца. Вот, собственно, и финал. Твое здоровье. В одной маленькой деревушке небольшой отряд отважных галов сдерживал натиск огромной римской армии. Ты должен спасти... прости. Ты должен там что-то помочь им и спасти от римлян, короче. Вот такая вот суть. А, собственно, кто участвовал тут во всей вот этой истории? Sega Enterprises, там вот это вот тыры-пыры, пассатижи. Давай быстрее прокрутить можно? Хорошо, что есть русская версия, потому что действительно было очень сложно делать это, будучи юным мальчиком, не знаю языка вообще. Вот, все на ощупь и с помощью родителей. Вот, собственно, и конец. Спасибо тебе, мой друг, подруга, друзья, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Вот и турнирная таблица. Ладно, ваше здоровье, заряжаю вас энергией. Всем любовь. Groovy!